Очередное исследование медиков и биологов КФУ вот-вот откроет новейшую страницу в истории медицины. Ведь до недавнего времени в нашей стране не практиковали лабораторную оценку энергетического статуса клеток в классической медицине. Такие методы хорошо известны в молекулярной и клеточной биологии, но только не находили свое применение в клинической практике. Теперь все изменится. Биолог иммунологической лаборатории Гульзада Тарасова не первый год разрабатывает новые лабораторные тесты оценки биоэнергетического статуса клеток и митохондриально адресованных лекарств. Веществ. Благодаря данной разработке Гульзада одержала победу в конкурсе 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. То есть мы изучаем, грубо говоря, митохондрии. Митохондрия – это вообще один из важнейших элементов клетки, играющий ключевую роль в жизни самой клетки. То есть какие-то нарушения в работе митохондрии приводят к гибели клетки, соответственно, к каким-то пагубным последствия. Работает Гульзада с целой группой исследователей. Пообщавшись с одним из них, нам удалось выяснить, с какой проблемой столкнулись ученые. Основная проблема, которая стоит перед трансляционной медициной, это найти методические, достаточно простые эквиваленты фундаментальных методов исследования с тем, чтобы их можно было сравнительно легко применить в рутинной лабораторной медицинской работе. Работа проекта проходит с цельной кровью. Благодаря такой работе исчезает необходимость в достаточно трудоемких методах извлечения клеточных популяций из крови. Разработанный нами метод оценки биоэнергетического статуса клеток позволит позволит развить персонифицированную медицину и проводить мониторинг больных нейродегенеративными заболеваниями. Это такие заболевания, как, допустим, синдром Альцгеймера, синдром Паркинсона и митохондриальных болезней. Эритроциты, лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, тромбоциты. Используя метод многоцветной проточной цитометрии и специфическую прокраску, мы можем определять энергетический статус в каждой из перечисленных субпопуляций в достаточно короткий промежуток времени. То есть сама методика занимает не больше 30-40 минут и абсолютно нетрудоемко. Над работой ученые трудятся 3 года. Исследование уже принесло первые результаты. Так что можно не сомневаться, у проекта по формированию оценки биоэнергетического статуса клеток и митохондриально адресованных лекарственных веществ большое будущее. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.